Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я вам расскажу про то, сколько и как платят Quiz Group, значит, насколько объективно все, честно. Мы будем убеждаться сегодня с вами вместе в этом. Ну и построим этот ролик следующим образом. Я покажу, как платит Quiz Group, вот, и, соответственно, как начисляются деньги и как это все проходит на YouTube, то есть на самом сайте, вот, то есть для объективности, и там будем сравнивать. Вот, значит, ну, Quiz Group, я вот буквально недавно подключился к ним, значит, получил уже первую выплату, вот, $259, это за апрель 2015 года. Вот. По какой причине ушел с AdSense, значит, я думаю, в первом моем фильме про Quiz Group это понятно, если что, смотрите, ссылочку я сейчас вам укажу. Вот, значит, там подробно я рассказываю о том, почему я ушел с AdSense. На самом деле дело того стоит, оно того стоит. Вот. Я вот анализировал, вот сидел тут с друзьями. Оно того стоит, дорогие друзья. Поэтому рекомендую оттуда уходить. Вот, потому что за те ролики, которые не монетизировались, да, в тот момент, когда это действительно было нужно, я, если кому-то очень неинтересно, я, в принципе, могу дополнительный ролик сделать такой с более глубоким анализом. Вот, но я потерял очень много денег из-за того, что AdSense решали, нужно ли монетизировать мои ролики, на которые у меня есть разрешение там и так далее. Вот, то есть все настолько объективно было, что просто, ну, ужас, блин, честно говоря. Вот, ну, ребятки посчитали, что как бы нужно потерпеть, подождать там сколько месяц и так далее, а я терял на кликах как бы серьезные деньги, для меня серьезные. Вот, ну, мне это надоело, я и ушел оттуда. А вот, итак, значит, выплаты на Quiz Group. Вот. Теперь я здесь, все остальное позади. Вот. Значит, выплата была у меня в апреле. Одна, вот, пожалуйста, заплатили $259. Здесь у нас, смотрите, можно нажать Download Report на эту кнопочку. И, естественно, загрузится отчет. Вот он, мой отчет. Здесь уже можно очень подробно рассмотреть, какой ролик сколько принес вам денег, вот, и так далее, и тому подобное, по времени. Вот, ну, тут не тяжело разобраться. Если уж кому-то и здесь тяжело, вы напишите в описании, я вам тут все переведу, как говорится, объясню, что почем. Вот, дорогие друзья, так. Ну вот, значит, выплата была произведена, так как я только подключился, что это у нас тут, 30.04, вот, 14.05, походу, была начислена. Но, значит, у них прописано, что после 15-го начисляют. Вот. И 20-го, а после 20-го уже они выплачивают. То есть идет выплата. Вот. Ну, насколько это точно, я думаю, каждый еще убедится. Вот. В принципе, в том, что они самое главное это делают, я уже убедился, дорогие друзья. И сомневаюсь, что как бы люди будут рисковать своим авторитетом. Вот, среди своих клиентов. Вот. Ну и, собственно, что? Вот она, выплата. Я уже вам показал подробно отчет о ней. Вот, она прошла. Я сейчас вам открою. Сейчас, значит, мы посмотрим в YouTube. Вот, сколько было начислено. Прямо посчитаем при вас. Вот. И сверимся, как говорится. Так ли это все было или не так. Открываем, значит, YouTube. Это не этот месяц, за прошлый месяц, за апрель.
И вот, пожалуйста, было, значит, у меня 324.21. Итак, открываем калькулятор. Где у нас тут калькулятор? Это же деньги. 324. Давайте прям до боли точно все сделаем. 324.21. Отнимаем 20%. Где тут процентов? 20% равно 259.368. Открываем quiz group. 259.37. То есть, как они указали 20%, так они и сделали. К ребяткам вопросов никаких нет. Все честно, объективно. Вот я вам показал то, что у меня творится на экране, грубо говоря. Вот. Значит, сомневаться уже в них, думаю, смысла никакого нет. Здесь же у нас еще также свободная музыка. Вот. То есть свободно можно ее использовать в своих роликах. Вот. Как бы расширенный такой запас, нежели в AdSense, вот, которого вообще там нет. Ну, в YouTube есть, сами понимаете. Ну, честно говоря, у меня там ощущение складывается, что они как-то вот все настолько примитивно подобрали, что, ну, здесь вот я уже проверял, как бы смотрел, слушал. Тут уже как-то поинтереснее, на самом деле. Если кто-то вот действительно занимается там серьезно этим вопросом, то ему понравится вот эта база. Вот. В принципе, которая, я хочу сказать, немаловажная для того, чтобы как бы зарабатывать деньги в YouTube. Вот. Ну, дорогие друзья, как бы если у кого-то проблемы там с английским, да, вот, кто-то что-то тут не справляется, у нас тут Google как бы помогает всегда решить этот вопрос. Вот, тут видите кнопочку «Перевести страницу». Вот. Если есть проблемы с установкой вот этого вот, значит, окошечко панель задач, вот, вашего браузера, вот, пожалуйста, тоже напишите в описании, я обязательно сделаю вам ролик, вот, для вашего удобства. Все для вас, мои дорогие подписчики. Вот. Ну и вот, пожалуйста, здесь все прописано элементарно, можно прочитать. Вот. Далее, вот вам, если необходима поддержка, пожалуйста, заходим сюда. Вот, напишите сюда. Но, значит, на английском, здесь понятно, на английском, но есть и ВКонтакте, правильно? Вот, грубо говоря, человек там, который отвечает, вот, на все вопросы. В любом случае, вам поможет. Вот, проблем никаких нет. То есть я пару раз писал там, да, перед тем, как думал подключаться к ним, не подключаться. Вот, на все мои вопросы ответили. Вот, и как бы все, я сделал этот шаг. Вот, теперь, грубо говоря, не жалею. Делюсь с вами впечатлениями. Вот, надеюсь, оцените мою искренность. Вот, и сделав, опять же, выбор подобный моему, вот, перейдете по моей ссылке, чем, собственно, меня и отблагодарите. Вот, надеюсь, оно вам действительно потом в будущем очень сильно поможет. И когда вы осознаете, что это лучший вариант, вот, по работе в YouTube, вот, по спокойствию, можно так сказать, работе в YouTube, вот, спокойствие у нас наступает, когда мы значок доллара только видим, зелененький, вот, и клики не теряются. Вот, ну и, соответственно, начнете спокойненько зарабатывать. Вот. Ну что, на этом, друзья, мы все, что хотел вам рассказать. Надеюсь, видео было полезным. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, смотрите первый фильм про Quiz Group. Вот. Ну и, собственно, у меня много полезных роликов. Посмотрите на моем канале. Вот. Может, что-то для себя подчеркнете. Я стараюсь, ну, только такое важное дело, как бы, отражать на канале. Вот. Понравится что-то, естественно, ставьте лайки. Ну вот. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Вот. Если какие-то вопросы есть, пишите в комментариях. Буду стараться вам помогать. Вот, делать ролики, то есть подробно, с подробными описаниями своих действий.
Вот. Ну, тем самым упрощу вам жизнь. Огромное спасибо. До свидания.